Две команды. Молодая, ищущая свою игру, и опытная, уверенно набирающая очки в чемпионате, встретились в этом матче. Но в этом, вероятно, и заключается изюминка кубковых встреч, когда зачастую статистические и логические доводы перечеркиваются понятием «настрой на игру». Молодые тбилисцы в игровом настрое явно превосходили москвичей. К тому же почти каждый игрок «Динамо» с мячом, как говорится, на «ты». Гол, забитый на 31-й минуте защитником Цхагададзе, гол красавец. И как тут было не вспомнить великолепного капитана южан Александра Чивадзе. Ведь мяч забит в его стиле. «Спартак» в этот день был явно не в ударе, хотя и предпринимал попытки пробить оборону соперника, в воротах которого опытного Габелия заменил молодой Хапов. Все решилось незадолго до окончания матча. Один с семиметровых в течение нескольких секунд, такого что-то не припомню. И все, думается, было по футбольным законам. Джешкариани бил неуверенно, и Черчесов оказался на высоте. Снова пенальти. И теперь уже робкий удар Гогича и Швили, но на этот раз счастье изменило спартаковскому вратарю. Победа тбилисцев 2-0.